Всем привет. Прохождение нашей рыбалки, часть вторая. Так, я вне игры поиграл, наловил щук. За те деньги, что наловил щук, сыграл соревнования. Сейчас куплю удочку. Окей. Так, продаем это. И соревнованию клейка осталось. Так, сейчас пока, чтобы не возникало вопросов. Вот. Раз, первое место. Приз, два, первое место. Вот. Так, теперь ставим 16. Идем на дальний кордон. Локация Заку тогда. Сейчас поймем бонус красноперки. После бонуса красноперки поставим ставку. И срубим обратно куш бабла. Так. Во. Глубина 2,49. Кидать надо вот сюда вот. Вот, как раз все хорошо. Во, ждем поклевки. Бонусной красноперки. Сейчас запоминаем. Доходит вот до конца тени дерева. Вот, сейчас дойдет. Перезабросим. Вот. И здесь надо переделать перезаброс. Так, ну вот, произошла у нас поклевка. И вот сейчас самое главное не делать ошибки. Многие новички так делают, при поклевке сразу дергают, лишь бы поймать бонус. Вот не надо так делать. Надо подождать, пока он поведет. Вот видим. Хопа, хопа. Еще нет. О, а вот сейчас уже теперь тянуть. Ну, что это не бонус. Я скажу вам точно, что бонус. Потому что только на лиску 6 и на 7 этих может только бонус клюнуть. Вот. $300. Вот, пожалуйста, красноперка 2 килограмма. Так, вот боты тоже поймали. Так, ну ладно, показал, где красноперка ловится. Выходим. Да, сохраняемся. Продолжаем. Так, вот смотрите. Получили за красноперку $300. Наверх плюс 3. За 2 килограмма красноперки $3. Да, окей. Но вопрос, зачем делать так, если можно поставить вот это соревнование и сыграть в него. Причем, вот можете, смотрите, зайти в папку нашей рыбалки, вот, и где вот сохранялки, сейв папка, вынести сохранение, скопировать просто. Вот, вот это вот. На рабочий стол. Сохранили, скопировали. Так, зашли. Теперь можно нажать на соревнование. Новое соревнование. Ставка, призовой фонд 460. Да. Ну, давайте 460, так 460. А. Принять условия и начать. Ставим на 6 утра, выбираем локацию, чтобы половить уклейки. И так крутим бабки. При этом на самых минимальных настях ничего не делаем. Вот просто берем муху, закидываем, прикормку, ну и ждем. Я сыграю соревнование, включу запись. Так, вот, выиграли второе место. Итого нам 1840. Вот, 536 раунд. Смотрите, я их обошел. Ну, сначала они меня обходили. Ну, да ладно, это уже прошло. Окей, выходим, сохраняемся. Не забываем. Так, теперь смотрим. 1840. Это уже хорошо.
Я бы сначала купил бы блесенки. Но, в принципе, мне не надо. Вот это надо. Вот да. И сказал бы так, что мне надо вот это вот надо. Глубинометр не надо, как я все глубины почти на память знаю. Стоп, это сигнализатор. Это батарейки, да. И экран для жипца мне без разницы, не надо вам. Батарейки. На это. Ладно, это потом все купим. Фонарик тоже мне не надо. Им пользоваться не буду в игре. Наживки купим чуть. Стоп, хлеба там. Купим катушку. Катушку. Вот такую за $750. Вот. Прикормку. Выйдем, сохранимся. Не забывайте выносить профиль на всякий случай. Копируем, вставляем на рабочий стол. Вот. Продолжаем. Так, ну, что еще? Скажу сразу так, что я, когда насобираю хреновую кучу денег на соревнованиях, я буду облавливать все туры. То есть дом рыбака сначала, потом канал, потом берозузавать, потом малый пруд, потом ближнюю протоку. И пихвать их в серии. Так, локации по заявкам пользователей. Хотелось бы об этом чуть подробнее рассказать. Здесь вот озера, которые создавали... Не создавали, а кидали картинки, скриншоты, пользователи форума. Ну, администраторы и делали. Ну, в общем, здесь хотел кто подставлял свои эти веса. Вот, сейчас мне звонят.